дорогие друзья, что мы сейчас насладились пением «Равно ангелу». Это действительно так, и хочется поблагодарить этот замечательный хор вместе с его прекрасным руководителем и пожелать им, чтобы как можно меньше белых пятен осталось на их лобке, потому что они практически весь мир приобрели, но есть еще белые пятна, пусть они заполняются и пусть тоже впитывают ту чистоту, тот свет, который им дали слушателям, вот этот наш замечательный хор. Нам очень приятно, что несмотря на то, что все рады принести какое-то особое тепло. И пусть вот тот красоту, которую они принесли сегодня нам, которую они несут во всех, как и света, пусть они хранят их, как самое, которое сегодня есть. Это бриллиантово переливающаяся радость, чистоту, свет, стремление. Чуть-чуть изменить метроритм, спел это.